самый необычный памятник в мире посмотрим? Некоторые памятники и статуи способны вызвать чувство гордости, красоты и умиротворенности. Это необыкновенные произведения искусства, которые вы могли видеть в музеях, на страницах книг и журналов. Однако в мире существуют необычные и даже дурацкие памятники, привлекающие тысячи людей. Именно об одном из них и пойдет речь. Памятник хлопковому долгоносику. Этот памятник-монумент, возведенный в 1919 году в центре делового микрорайона в городе Энтерпрайз, штат Алабама, США. Данный 4-метровый монумент представляет собой статую женщины, держащую над головой постамент с жуком. Это единственный в мире памятник, установленный в честь сельскохозяйственного вредителя – хлопкового долгоносика, который оказал огромное влияние на сельское хозяйство и экономику региона. Появившись в Алабаме в 1915 году, жук-долгоносик к 1918 году уничтожил практически весь урожай, и фермеры были вынуждены сменить сельскохозяйственную культуру и перейти на выращивание арахиса, что оказалось очень прибыльным и сделало многих богачами. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам было интересным. Но не забываем ставить лайки, подписываемся на наш канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. Всем пока!